В Приморской государственной картинной галерее открылась выставка работ знаменитой русской парижанки Зинаиды Серебряковой. Во Владивосток привезли 43 картины из собрания Русского музея. Для Приморья это первая выставка художницы. На этой выставке, благодаря нашим коллегам из Русского музея, присутствует целый ряд значительнейших работ для истории ее творчества. В том числе один из ее автопортретов, который мы сейчас видим на этой выставочной стенке, создана ей в 1922 году. Здесь есть работы, которые вошли в аналы истории русского искусства, среди них «Купальщица», произведения, которые связаны с ее выдающимися работами «Жатва», «Беление холста», ее балетные серии, ее многочисленные вояжи в Европу, на Ближний Восток. Все оживает в этой экспозиции. Не все картины были привезены. Помимо полотен из Русского музея, зрители также могут увидеть картину Таты и Кати Серебряковой, которая была передана в дар Приморской картинной галереи от Александра Клещева. Ее открытие в Советском Союзе состоялось буквально в конце 60-х годов, буквально из некого незабытия времени. И мы с вами знаем, что большая часть жизни художницы прошла, к сожалению, в вынужденной миграции, разлученная с семьей, с детьми. И буквально после ее триумфального возвращения, ее работ на целом ряде выставок конца 60-го года снова возбудила интерес к этой уникальной личности, которая, безусловно, является столпом в русской культуре начала 20 века. Выставку сможет посетить каждый желающий. Экспозиция продолжит свою работу вплоть до 30 мая. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.